Сегодня у нас на улице снег, дождь, лужи, слякоть, полные кроссовки воды. Но нам пофигу, мы-то в зале, поэтому мы снимаем очередную серию школы хип-хопа. С вами Паниш Фартур, и мы приступаем. Итак, первое движение называется Барт Симпсон. Первое, что нужно попробовать, это опять перемещение обычное. Право подставил, левое подставил. Здесь нам будет помогать таз, будет помогать ноги, голова, руки, ну как всегда, все. Вот. Первое, что нам нужно, да, сделать это же перемещение, только немного хоп, раскрутить. Хоп, хоп, хоп. Теперь, да, нам помогает таз, мы разворачиваем ноги и делаем шаг при помощи таза в сторону. Раз, и возвращаем ноги в исход. И того у нас есть. И раз, и два, и три, и фор, и. Таз разворачивает ноги, да, и обратно возвращает. Подъем, опустились. Раз, и два, и три, и фор, и. Сразу же смотрим головой в ту сторону, в которую двигаемся. То есть, раз, и два, и три, и фор, и. Раз, и два, и три, и фор, и. Используем руки, да, руки будут идти также за движением. У меня немножко форма отличается от оригинальной. Раз, и два, и три, и фор, и. Раз, и два, и три, и фор, и. Также вы можете разложить по музыке, как вы хотите. Сделать акцент на два, либо на раз. И получится такая штука. Например, раз, два, и три, и фор, и. Раз, и два, и три, и фор, и. Раз. Либо мы будем проезжать как раз на бит, то есть раз, и два, и три, и фо, и раз, и два, и три, и фо. Также мы можем сокращать этот шаг, делать несколько раз в сторону, вперед, назад и так далее. Сразу возьмем вариант. Раз, и два, и три, и фо, и вправо, не поднимаясь влево, и два раза вправо, пам-пам-пам-пам. Для этого нам нужно просто что сделать? В сторону, сразу развернуть ноги в сторону, и в одну, и в одну, через серединку. В сторону быстро делаем через серединку. Окей, соединяем. 5, 6, 7, 2. Раз, и два, три, и фо, и раз, два, три, и фо, и. И ноги в исходе, можно продолжить делать движение дальше. Итак, наше следующее движение называется Running Man. В переводе с английского бегущий человек. Бегущий человек, потому что все движение заключается в том, что мы будем практически бежать на месте. И сейчас мы это попробуем сделать. Есть несколько простых способов, как научиться делать его быстро. Один из них. Мы разворачиваемся боком. Шагаем на месте. Просто шагаем на месте. Раз, два, три, о, раз, два. Теперь, в то время, когда мы делаем шаг и ставим ногу на пол, нога, которая стоит на полу, отъезжает назад. Раз.
Теперь нам нужно просто собрать их вместе. И уже правая нога готова делать следующий шаг. Раз. И раз. И раз. И раз. И раз. То есть вы можете начать с вот этого движения. Раз. И два. И три. И оп. И топать. 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 Еще один способ быстро научиться делать это движение. Следующий. Мы становимся вот в такую позицию. Да, делаем просто, соединяем ноги посередине, как будто бы бежим на месте опять же. И раз, и два, как будто бы лыжи. Раз, и два, и раз, и два, и раз, и два. Теперь, чтобы нам подойти ближе к раннингмену, нам нужно сделать следующее. Делать все то же самое, но при этом поднимать ногу. И теперь опять лыжи, и лыжи, и лыжи. Также на этом движении очень просто перемещаться, вращаться по кругу, делать всевозможные вариации. То есть это может быть вариант с касанием, опять же, который мы только что посмотрели, несколько касаний и так далее. Вы можете перемещаться по кругу, делать это со сменой направления и так далее. Следующее движение, некоторые выделяют его как вариацию раннингмена, а некоторые выделяют его как отдельное движение. Я называю его kick and step, потому что мы будем делать кик и шаг, кик и шаг, кик и шаг, кик и шаг. Сначала мы просто учимся делать кик. Раз, 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 раз. В этом движении, да, он скачет наверх, либо быстрая пульсация постоянная. То есть раз и два, три и фо. Нам нужно, чтобы опорная нога чуть-чуть отходила назад, когда мы делаем кик. Раз и два и три и фо. Раз и наверх, и наверх, наверх, наверх. Итак, теперь мы просто возьмем базовую форму в разные стороны, делаем кик, пока что шагами, отшагиваем в сторону. И делаем кик, отшагиваем в сторону, делаем кик, разворачиваемся диагональю, делаем кик, разворачиваемся диагональю. Также простой вариант, назад, кик и назад, кик и назад, кик и назад. Кик и назад. Советую просто потихоньку разобраться, куда вы будете перемещаться после кика, то есть кик. Просто наступите в сторону, почувствуйте, да? Вес переносим опять же на ногу. Возвращаемся обратно, переносим в эту сторону. Возвращаем обратно, в эту сторону. Возвращаем обратно, в эту сторону. И сначала просто потренировать это как шаги. То есть раз, два, три, фо, пять, шесть, семь, фо, раз. Вот вам движение. Итак, сегодня мы с вами выучили три новых движения для вас. Это Running Man, Bart Simpson и Kick and Step, либо вариация Running Man. Да, я называю ее Kick and Step. Итак, сейчас мы это просто соединим вместе и попробуем сделать это в одном сете. Итак, первое, с чего мы начинаем, это как раз таки Bart Simpson. Мы уходим в сторону. Раз, и два, и три, и фо. Теперь делаем вариант право-лево. Право, лево и два раза вправо. Теперь, когда мы будем разворачивать ноги, мы не просто развернем их, поставим вместе, мы поднимем ее наверх для того, чтобы плавно перейти в следующее движение, и нога уже готова на них, да, мы делаем раз и два, меняем направление, и три, и о. Далее мы работаем с kick and step и делаем следующую штуку. Раз и два, три и о, пять и шесть, 7 и его, и дальше катайтесь. Соединяем все это вместе под счет.
5 и 6 и 7 и хоп. И раз, и два, и три, и хоп. И 5, 6, 7 и хоп. И раз, и два, и три, и хоп. И 5, и 6, 7 и хоп. Раз, и два, три, и хоп. И 5, и 6, и дальше что? Птить и ку. Yo, well on your mark you get set, can't forget the goal. In case you didn't know the flow is fat like Joe. Yo, you nigga didn't know that I'm Batman. You're whack man, I eat a rapper like I'm Pac-Man. I figured you bring it, straight from the cellar. Ferrella, packing more hits than Lupinella. I swallow, then you're in the zone. Итак, я надеюсь, что у вас все получилось. Я посоветовал бы вам фантазировать, пробовать, искать новые варианты, новые вариации, не мерзнуть на улице. И успехов. Всем пока. С вами был Панч Фатур и Слендер Жиль.